и да поздравя нашите младежи за това, че приеха водното кръщение. Короче, вчера такой очень классный день был. Вчера беше много хубав ден. Прям идеальная погода. Идеално времето. С утра у всех такое классное настроение. Всички имаха много хубаво настроение вчера. И короче, стрента. Прошло водное крещение, мы реально как на небесах такие летали. Като, и когато мина водното крещение, бяхме като на небесата. Пели песни. Бяхме песни. Потом все вместе поехали в Кауфланд. После заедно отидахме в Кауфланд. Закупиться, чтобы отпраздновать и купихме храна, да отпразнуваме този ден. И такие счастливые там они на тележке, ты по всему магазину катались. Бяхме счастливы, и те много се забавляваха младежите. Короче, реально, как будто бы такие ангелы, знаете, над землей летали. И бяха като ангели, които летяха над земята. Хохотали. Много се смеихме. Вот. И тут... И обаче изведнъж... Кое-что случилось, нас нещо прям спустило... Нещо се случи. С неба на землю. И от небесата се спуснахме на земята. Короче, я в пятницу забрала свою зарплату. В петък получих своята заплата. Часть еще одной зарплаты тоже я получила там. И там беше още една част от моята заплата. Ну, короче, так нормально денежек насобирала. Насобирах доста така пари. И давно такого не было, чтобы, знаете, так на расслабоне. Ух, наконец-то у меня есть денежки. И бях много отпусната, имам пари, мога да си купувам всичко. Можно погулять. Да, мога да си купя нещо. Я ходила по этому Кауфланду и такая, вот, возьму памперсы ребенку наконец-то. И ходих по Кауфланду и купувах нещата за своето дете. Шампун памперси, шампуан. И, короче, такая счастливая. И много счастлива бях. И идем на кассу. Отиваме на каса. И я тоже хихихаха, что-то угораю. Също се смея. И открываю кошелек. Отварям своето портмоне. А там просто пустота. А там е празно. И причем так пусто, что даже чеков там нет. Толкова празно, че дори няма бончета, които бяха там. Даже чеки забрали. Дори откраднаха моите касови бончета. И сначала такая мысль, блин, а че, может тут где-то выпали? И началото мисълта имах, че може би някъде са изпаднали тези пари. Ну и короче, я поняла, что скорее всего деньги украли. И разбрах, че най-вероятно парите са откраднали. И, конечно, очень такая неприятная ситуация. Много неприятная ситуация. Очень расстроились сначала. Началото много се разстроихме. И Рома побежал смотреть камеры в Кауфланде. Рома погледна, отиде да гледа камерите в Кауфланд. Даша, короче, повезла меня на заправку там камеры Даша смотреть. Даша ме закара на бензиностанция там да гледаме камерите. Ну, короче, мы поняли в кайшоте, что деньги украли там на водном крещении. И разбрахме, че парите ги откраднаха на водното крещение, най-вероятно. Вот. И, короче, не знаю, как-то старались не терять мир. Страхме се да не губим мира спокойствието. Но я увидела, что у меня руки все равно вот так тряслись немножко. Но аз видях, че ръцете ми все пак ми трепериха. Вот. Ну и короче, мы решили с Дашей, что все, мы молимся, мы отпускаем этого человека. И с Дашей решихме, че се молим и отпускаме този човек. Благословляем их. Благославим ги. Вот. И не знаю, вот даже просто через такую неприятную ситуацию я увидела, что мы становимся как семья. И через такая неприятная ситуация видях, как стало мы като цяло семейство. Потому что все равно кто-то пошел там помочь, кто-то что-то узнать. Някой отиде да помогне, да научи нещо. И я очень горжусь ребятами, что никто из них вообще ничего плохого не сказал про людей, которые украли деньги. И много се гордея с тях, че никой не каза нищо лошо за тези хора, които са откраднали. Потому что через такие ситуации мы правда становимся сильнее. Через такива ситуации ставаме посилни. Учимся за все благодарить. Учимся да благодарим за всичко. Благословлять даже тех, кто у нас забирают что-то. Да благословляме тези, които вземат нещо от нас. И я очень рада за ребят, потому что по сравнению с этим праздником, который был вчера. И много се радвам за младежите, защото в сравнение с празника, който беше вчера. Эти материальные вещи, они такие вообще... И тези материални неща са требни. И неважни. В сравнение с тях и не са важни. И я вообще вижу в ребятах очень большие изменения. И виждам как те са се променили. И вижу как с каждым днем они прям становятся все лучше и лучше. Виждам как с всеки един ден стават все по-добри. И вижу как они приближаются к Богу. Как се приближават към Бог. И верю, что Богу очень нравится, с каким желанием они ему служат. И вярвам, че на Бог му хареса, с какое желание те служат на как него. Как они ищут его, как го търсят, готовы жертвовать постоянно своим временем. Готови се да жертват своето време. Своими силами. Своите сили. Когда дело касается какого-то служения, они первые. И готовы има нещо се касае за някакво служение, те са винаги първи. И мы смеялись с того, как ребята залетели сразу
в интенсивную христианскую жизнь. И много со смехом, как ты веднага започнаха интенсивен христианский живот. Лёха вообще сразу на трездец попал. Лёша веднага започнал трездец. Сразу его там Святым Духом крестили. И крестиха там со Святия Дух. В духовную академию. Духовная академия. Сразу он в прославление пришел. Веднага в хваление эту започну да пеем. На этой неделе вот поехали в тюрьму, и Даша уже там седмица... внутри, короче, Даша в затворе беше най-пырва, кое-то влезе. Потому что мы пришли позже, а нам говорят, а Даша уже там. Не, дойдохма покусну, и те казват, а Даша вече там вутры. И когда там один верующий узнал, что Даша только пару месяцев в церкви... И один верующий когда-то научит, что Даша и сам несколько месяцев в церкви. И только вот приняла водное крещение. И на скорую приняла водное крещение. Он был в шоке, что она вот приехала в церковь. То беше шокирован, что тебя утиде да служи в затвор. Свидетельствовать о том, как Бог изменил ее жизнь. Как Бог и променил нейния живот. Илья тоже очень сильно изменился. Илья също много себе променил. Раньше вообще не могли с ним общаться. Беше трудно да общуваме с него в началото. Шучу, конечно. Шокувам се. Он как подросток чувствовалась эта разница. Защото като е тинейджер се усещаше разликата във възрастта. А сейчас он прям очень сильно возрос. И сега духовно, беше порасна духовно. И как разум его тоже так изменился. Умом он също е порасна. И он стал суперхозяйственным, везде нам помогает. Започна да помага. И с ним очень теперь классно общаться. Сега е много добре да общуваме с него. Шутки у него теперь смешные. Шагите му станаха смешни. Поэтому, да, вот как я уже сказала, когда у человека есть желание служить, что-то делать для Бога. Когда у человека есть желание да служить, да править нечто за Бог. То жизнь реально становится супер насыщенной, бурной, интересной. Живот стал насыщенный, интересен. И Бог показывает, в каких сферах мы можем Ему послужить. И Бог показывает, в какой сфере можем Ему послужим. И поэтому я желаю, чтобы в вашем сердце всегда горело вот это желание служить Богу. И пожелаю вам, в сердце винаги да има това желание да служите на Бог. И пусть ваш путь в Боге будет таким интересным. И нека път в Бог да е интересен. Классным. Як? Полным интересных событий. Пылен с интересней событий хора. И, конечно, будут вот неприятные ситуации, как у нас вчера. Обаче, винаги ще има тези неприятные ситуации, как-то вчера, например. Периоды в жизни будут тоже нелегкие. Может, да има такива нетрудни периоды в живота. Но я желаю вам, чтобы они никогда не выбивали вас из этого но состояния. Но пожелаю вам тези события никогда да не ви... да не ви скарват от мира и спокойствието. Чтобы они делали вас сильнее. Те да ви правят самым посилни. И чтобы в любых ситуациях мы умели быть благодарными. И во всякой ситуации да будем благодарны. И верю, что мы выйдем как золото. И верим, че ще излезем като злато. Аминь. Аминь.